По инициативе командования Национальной гвардии на местах проводятся мероприятия, посвященные разъяснению сути, значимости и задач, определенных в постановлении президента, нацеленном на повышение уровня общественной безопасности, эффективность борьбы с преступностью, профилактику правонарушений. Для достижения поставленных целей создана рабочая группа. О вопросах, поднятых на ее заседании в Намангане, и направлениях предстоящей работы расскажет Надира Закирова. В целях повышения эффективности работы правоохранительных органов на рабочих совещаниях были тщательно изучены суть и значение указа главы государства, в котором обозначены важные задачи по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. В документе предусматривается, что теперь хакимы областей, городов и районов ежедневно будут лично ознакомливаться с криминогенной ситуацией в регионе. В настоящее время на основе обозначенных задач в указе президента и изложенных в приложении соответствующей дорожной карты мы создали рабочую группу в Наманганской области, а также провели мероприятие, где были отмечены актуальные вопросы. В ходе него критически проанализирована работа за прошлый год, определены основные направления на 2019 год и обозначена дорожная карта для соответствующих руководителей, ответственных лиц, организаций и органов, занимающихся вопросами охраны общественного порядка, предупреждения преступности. Я думаю, что если мы будем сотрудничать, работать вместе, объединяя и координируя все усилия, то мы быстро добьемся резкого сокращения преступности по сравнению с прошлым годом и обеспечим мирную и спокойную жизнь нашим гражданам. Их деятельность будет оплачиваться. Кроме того, за ними будет сохранен механизм социальной поддержки, а также специально для инспекторов профилактики будет внедрена должность помощника по сохранению общественного порядка. Ранее в помощниках были активисты Махалей и общественные патрульные группы ежедневного надзора, в состав которых входила самоотверженная молодежь. Согласно установленному порядку, начиная с этого месяца, командующий Национальной гвардии Республики Узбекистан был назначен ответственным за организацию и координацию деятельности данных структур в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Ташкентской областях и Алмазарском районе города Ташкента. Данный указ имеет важное значение для повышения эффективности предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью.